Это сам пункт оплаты, вот смотрите, какая грязь у них здесь, они просто помыть не могут. Тут знак вот этот, смотри, оторвался просто. Какой позор, заезжаешь, грязь, вот действительно грязь. Бабки берут миллиарды, гребут миллиарды. Вот это помыть не могут, элементарно все. Говорят, ой, зима, ой, это, смотрите, срач какой-то, это обломано. Вот это какие вот эти, смотрите, ощущения, вот, да, вот, вот какие-то туалеты стоят уличные, какой-то хлам. И все по-тупому. Где сотрудники все вот эти, люди какие-то, охрана здесь, не знаю. Ну, что вообще? За 9 месяцев, по данным, да, КАП-инфо, КАПЧГА-инфо, вот это вот именно отрезок, Казавтожол собрал более миллиарда тенге. Ничего не отражает, не видно. Только вот по одной, вот видите, вот одна полоска только, едем по ней ориентируемся, и все. Ни освещения, нифига. Теперь включай дальнего, смотри. Вот этот знак не видно. Вообще, что за знак? Он какой-то там, как будто какой-то грязный. Вот, вот этот забор, вот светоотражающий элемент, они не отражают. Вот здесь только-только пошел свет. Смотрите, в каком состоянии знаки вот эти вот указатели. Вот. Камера покажет, не покажет. Смотри, не видно же букв. Вот что там вообще? Чилькимер, да, например, написано, да, вот. Увидите вы, не увидите, грязь какая. Они знаки, они заборы должны мыть. А это же миллиарды денег, блин. Получает, например, да, вот этот Казавтожол там и так далее. И чё, а где работа его? Вот смотрите, знаки какие вот. Чё с ними?